Друзья, привет всем из Черноморского, Западный Крым. С добрым утром и всего самого-самого хорошего. А в Черноморском прошел ночью ливень. Гром, молния, все сверкало и дождик. Лил, правда, недолго, может быть, часа полтора. Но хороший дождичек, природа прям вздохнула. Мы сегодня с утра с утром вышли с Роксиком гулять. Все равно стоит духота, но воздух увлажненный. Мне кажется, прям растения вздохнули от того, что хоть чуть-чуть влаги. 27-28 градусов с утра. Рокси, пошли. Вот. Ну, а теперь на следующие дни нам обещают ясно. Ясно, и погода опять 30 градусов и выше. Да, лето стоит, как говорят, аномально жаркое. Посмотрите, какая все-таки зелень. Я имею в виду деревья. Трава-то уже здесь всегда в это время. Ну вот в это время именно июль уже такая пожухлая, выгоревшая. Немного облачно. Небольшой ветерок, теплый. Хорошо, погода прям идеальная. Рокси, пошли гулять. А мы идем своими тропинками. Эта тропинка ведет к морю. Ну, с Роксиком здесь гуляем. Здесь заброшенное здание. И вот такой узкий лабиринт. Кто ходил здесь, кто был в Черноморском, наверное, узнает. Вот какая лужа. Так что дождик был хорошенький. Ждали мы его днем. Но вот так случилось, что ливануло ночью. Рокси у нас, конечно, от грома металась из угла в угол. Боится она грома. И маленькие лягушки сразу повыползали. Я все удивлялась. Их очень много здесь маленьких народившихся лягушат. И как они в такую жару переносили утром. Выходишь, они прыгают все в пыли. А сейчас, наверное, они вздохнули хоть чуть-чуть. Глоток свежего влажного воздуха и лужи. Ну, а эта вот подруга ходит. Все обнюхивает. Вот здесь растет ель, на которой шишки вверх. Видите? И вон там еще одна ель. Ну, не видно, солнышко светит. Вообще, вот здесь улица у нас луговая. Я всегда удивляюсь. Хозяин здесь плитка уже давно, но вот так приятно идти. Видите, плиточкой все вот делали. Красота, красота. Вот этому тоже растению я удивляюсь. Есть и белые, и фиолетовые, и вот такие вот. И вот такие розовые кусты. На них очень красивые цветочки. Сейчас еще одно дерево покажу. Это прям медоносное. Я всегда ходила и думаю, почему именно отсюда какой-то такой приятный парфюмный запах. А это цвело, вот это дерево. Даже сейчас запах от него такой приятный. Видите? Все цветет. И уже есть пумпочки такие. Семена будут. Вот видите, здесь посветлее кустик. А здесь потемнее. Рокси,
пошли. Специально показываю вам, потому что многие в Черноморском, кто живет вот или поселился в этом районе, или местные, ходят по этой улочке. Ой, а что это ты залаяла? Ты никогда на нас не лаешь? Рукси, как всегда, нужно тащить. А вот здесь живет собачка, с которой Рукси всегда лается. Донимает ее. Сейчас что-то не видно. Спит, наверное. А это сколько ходим, собачурка так под машиной сидит. Но она с ошейником. Наверное, ее домой не пускают. А здесь... живет она. Ну, по-моему, она спокойная. Пойдем, пойдем. Привет. Видите, она спокойная. И эта тоже прошла спокойно. Она у нас временами скандалистка. А вот здесь я розочки всегда фотографировала. А здесь гранатики растут. Да не. Что ты уже подбираешь? Ой. Вот тут розочки, розочки уже отцвели. Вот здесь я их снимала, когда они были красивые, свежие и молодые. Вот если пойти туда... то дорога направо как раз к морю. Да хватит подбирать уже. Что ты уже подобрала? Следить за ней надо. Все, а мы сейчас по кругу и пойдем домой. Да, Роксик? Или еще пройдемся? Нет, наверное, еще и пройдемся немного. Вот еще акация. С такими сережками. Рукс, что там это опять? Все. Всем пока-пока. И доброго утречка. Всего самого хорошего вам.